Хорошо, да, мы так и сделаем. Я думаю, что именно в этом и заключается проблема из-за твоего оборудования. А вот и наше оборудование. Из-за твоего оборудования. Я мог бы подключиться к интернету. Ты должен это сделать. А не для того, чтобы подключать какие-то штуки к розетке. Подключайся. Вот так. Вот эти штучки совсем маленькие. Я могу потерять вот это. Давление на выключатель должно быть таким же сильным. Все в порядке. Я буду работать на 6-м режиме выжимания. Вот и все. Вот и название этого вида дисциплины. Это тот же самый вопрос, что и раньше. Yeah, that's right.
У нас есть всего минута, чтобы поработать над ним. На самом деле нам не нужно ни над чем работать. Мы уже все это сделали, но это очень неприятно. Сегодня мы прошли через это, всего за 2 дня, 2,8 часов. Не так ли? Все имеет значение, если ты продолжаешь работать над этим. Звучит перкуссия. Игра окончена. Я должен это увидеть. У меня есть 2 звука. На самом деле в этом нет ничего особенного. Вперед! У меня уже есть $100. Это совсем не так. У нас их еще нет. Дефеш, добро пожаловать на шоу 1-го числа. Спасибо. Первое место. Это очень мило. Ты здесь репетируешь перед гастролями. Так как же ты себя чувствуешь, готовясь снова отправиться в кругосветное путешествие? Это похоже на то же самое, что и в прошлый раз, и в позапрошлый, потому что мы всегда возвращаемся в одни и те же репетиционные залы. И это та же самая процедура, когда мы действительно собираем наши записи вместе, затем переходим к репетициям, а затем к продюсерским помещениям, одинаковым для всех групп. В каком-то смысле ты тоже действительно с нетерпением ждешь этого момента. На самом деле мы не встречались друг с другом до сих пор вот уже около 2 лет или даже больше. Так что в каком-то смысле ты действительно с нетерпением ждешь этого момента. В каком-то смысле это действительно пугает, потому что до этого, как ты знаешь, осталось около 6 месяцев, мы каждый день путешествуем по одной и той же рутине. Так что в то же время это вызывает легкое беспокойство. Произойдут ли какие-то большие изменения в том, как Депеш выступит вживую на сцене? Визуально, я думаю, на этот раз все будет выглядеть совсем по-другому. Мы всегда стараемся, чтобы каждый раз все выглядело по-разному. Но я думаю, что с точки зрения того, как мы на самом деле собираем музыку воедино или передаем ее, это довольно похожий процесс, при котором мы используем нашу поддержку кассеты с партиями ударных и последовательностью партий, фрагментов и фрагментов. А затем мы играем все, что нам физически под силу, большую часть мелодичных, более мелодичных клавишных партий и весь вокал. Так что в этом смысле это примерно одно и то же. Так что давай немного вернемся назад к фильму Пенни Бейкер, 101 последний инструмент. Как бы ты оглянулся на это сейчас, когда прожил с этим около 1,5 лет? Я думаю, что это было очень хорошее представление о том, что такое турне, фильм. И я думаю, что он очень помог нашей карьере. Я думаю, что фильм получил широкую огласку и помог показать нас в другом свете. Так что на протяжении многих лет все люди когда-либо видели это в его видеороликах на самом деле, а это очень ложная ситуация. По сути, это просто своего рода актерская игра. Я думаю, что фильм показал нас как бы очень естественно, так что я думаю, что многие люди отнеслись к нам с теплотой, которым мы не обязательно нравились до этого. А как ты познакомился с Пенни Бейкер первой? Мы действительно изо всех сил старались найти кого-нибудь, кто смог бы это сделать. Нам не нужна была заурядная продукция в виде глянцевого видео. Мы искали что-то немного более интересное. Так что это как бы побудило нас еще раз взглянуть на старые рок-фильмы, если хотите, и всплыло его имя, и мы просто вошли и связался с ним и спросил, не будут ли они ему интересны. Встретился с ним, и он согласился. Ну а ты хорошо посмотрел на Джимми в Монреале и на все эти вещи, или на Монреале все такое прочее. Я думаю, что мы все равно были осведомлены о них, вы склонны смотреть эти фильмы на протяжении многих лет на той или иной стадии. И я думаю, что большинство фильмов, в которых он снимался, мы видели где-то на этом этапе. Реплику о том, что он сделал ту штуку с Боуи в Хаммерсмите в 73-м году и в фильме Боба Дайнема. Вот и все. Но мы также взглянули на 1 или 2 другие вещи, которые он сделал совсем недавно, у него была видеозапись шоу. Так что к тому времени, как мы с ним познакомились, мы уже видели довольно много разных вещей, которые он сделал. Так вот, я имею в виду, что, как ты уже сказал, ты подобрал его потому, что он относится к тому типу кинематографистов, которые ищут правду. К некоторым из них он тоже относился сурово. Так оно и есть. Были ли какие-нибудь моменты в процессе съемок, когда тебе просто хотелось сказать, «О, ты говоришь, что так не пойдет. Уехать и все тут?» Я так не думаю, потому что я думаю, что мы знали, что в конце концов у нас будет полный контроль над тем, что будет выпущено. Но я думаю, что даже несмотря на то, что это было довольно репрезентативно, я думаю, что есть определенные моменты, которые мы не показали. Потому что, знаете ли, вы можете показать только определенную сумму, без того, чтобы это не стало слишком резким. Ты же знаешь, что каждая пункция спинного мозга — это такой хороший пример того, каково это быть таким, каково это быть в туре. Если ты будешь показывать слишком много подобных вещей, это просто превратится в полное клише. Так что нам пришлось быть очень осторожными с тем, что на самом деле было в фильме. Там была пара фрагментов, о которых мы сказали, что на самом деле не думаем, что они
должны быть включены в фильм. А что это за фрагменты? Мы их туда не вставляли, так что говорить тебе об этом не будем. Особенно сейчас рок-группы или музыкальные коллективы на самом деле не стремятся к такому открытому опыту. Ты позволяешь всему этому идти своим чередом, словно по чонелингу. Ну вот именно поэтому они такие неинтересные, большинство фильмов такого рода. Очень трудно высидеть на живом концерте или даже рок-документальном фильме, или как бы вы их ни называли, они, как правило, довольно скучные. И опять же, именно поэтому мы искали кого-то, кто был бы в значительной степени режиссером, а не тем, кто снимает рекламу. И большинство из этих людей в наши дни, похоже, сами снимают рекламу. А вот и другое визуальное сотрудничество с Антоном продолжается уже довольно давно. Он только что опубликовал новую статью под названием «Политика правды». Почему же ты придерживаешься его мнения на первом месте? Что тебе нравится в его видении мира? По разным причинам. Во-первых, он исключительно хороший фотограф, и у него очень хороший глазомер. Во-вторых, он очень-очень сочувствует нам как людям, а также нам как группе и тому, что мы пытаемся сделать. Я думаю, что он очень хорошо понимает, что мы делаем в музыкальном плане, и поэтому способен очень хорошо интерпретировать это визуально. И в-третьих, с ним очень легко ладить. Он умеет хорошо посмеяться, с ним легко разговаривать. Мы, как правило, даем ему достаточно полную свободу действий, чтобы он действительно делал то, что он хочет, потому что такова действительно наша политика. Мы стараемся подбирать для работы людей, которых уважаем за то, что они делают, а затем предоставляем им как можно больше свободы. Но в конце концов, очевидно, что нам хотелось бы иметь определенную степень контроля и иметь возможность, по крайней мере, в конце концов, все уладить. А можно мне это сделать? Конечно. Не мог бы ты перестать давить на меня? Просто так. Да, именно так. Теперь ты сам употребляешь это слово. Контроль, по-видимому, является очень важной чертой в жизни Depeche Mode. Да, я думаю, что так оно и есть. И я думаю, что по мере того, как мы становимся старше, группа становится все более важной и для нас самих. В первые дни мы были вполне готовы участвовать практически в любой рекламной деятельности, которая могла бы подвернуться под руку. Мы были очень наивны. Мы принимали практически все, что нам говорили разные люди из музыкального бизнеса, и я думаю, что в определенной степени страдали из-за этого. К счастью, я думаю, что нам удалось пройти через это, и по мере того, как мы росли, управляли собой как группой. Мы довольно быстро учились и учились, опираясь на свой опыт и извлекая уроки из собственных ошибок. Таким образом, этот элемент управления становится все более и более важным по мере того, как мы становимся старше, и это одна из причин, по которой нас назначили на лейбл Mute Records, который является независимым лейблом, на управлении которым вы не настаиваете и тому подобное. Если ты не возражаешь, давай очень кратко поговорим об этом, я планировал поговорить об этом позже, но сейчас мы немного поговорим о немоте. Кроме того, это правда, что между группой и лейблом нет никакого контракта. Так ли это на самом деле, и не могли бы вы объяснить это? Потому что я думаю, что многие люди до сих пор об этом не знают. Да, ну что же, на самом деле все это было сделано просто благодаря рукопожатию. Мы познакомились с Дэниелом в 19 лет, в конце 1980-х или что-то в этом роде, и ему просто понравилась пара концертов, на которые он пришел посмотреть. И он был заинтересован в том, чтобы выпустить сингл. Так вот, в то время мы хотели выпустить сингл, так что у нас просто получилось это сделать. И мы сказали, что если у нас все будет хорошо и сингл выйдет хорошо, то мы будем продолжать в том же духе, и так оно и будет. Но примерно, я думаю, это было примерно 3 или 4 года назад. Кто-то указал нам, что если Дэниел покончит с этим, мы, возможно, вам не заплатим. Потому что у нас нет никакого соглашения. Так что мы, по-моему, действительно подписали листок бумаги, в котором говорилось, что если с Дэниелом что-нибудь случится, нам все равно должны будут заплатить. Но испытываешь ли ты гордость или радость от того, что каким-то образом несешь ответственность, скажем, за короля ритма и тому подобное? Если бы я думал, что если бы группы не существовало, этих лейблов не существовало бы, и что Джон отдал бы должное всем своим артистам, они были бы здесь. Я не уверен, что это действительно так. Я думаю, что совершенно очевидно, что в любом случае в прежние времена мы помогали финансировать немых людей и поставить их на ноги. В наши дни, конечно же, у них есть много других людей, которые также финансируют компанию, и эта компания растет, двигаясь от успеха к успеху. Но приятно думать, что ты являешься частью хорошей команды людей и хорошей коллекции музыки, которую, я думаю, что не мой король ритма, это именно то, что нужно. Dan Rhythm King is.
И я думаю, что ты говорил вчера в интервью, что часто ты можешь пойти и купить кучу пластинок, но у тебя нет, я не могу привезти домой очень много информации. Но если вы зайдете в режим отключения звука и запросите все последние релизы, то сможете получить действительно хорошую коллекцию совершенно разной музыки, прямо из нее. Мы переходим от одного конца спектра к другому. Давай поговорим об этом альбоме, девятом альбоме. А как появилось такое название для простого вопроса? Мы немного повозились, пытаясь придумать название, и нам просто в принципе понравилось это слово. Мы подумали, что это очень сильное слово, оно было нелицеприятным и к тому же юмористичным из-за его хэви-метал коннотации. Звучит так, словно это должен быть хэви-метал альбом или хэви-метал группа. Я удивлен, что до сих пор нет группы под названием Violator. Где-то же это должно быть, наверное, в Лос-Анджелесе. Нам просто очень нравится это название. Как ты думаешь, много ли людей пропало без вести? Неужели вам не хватает юмора в такого рода начинаниях? Я так и думаю. С последним альбомом, последним студийным альбомом «Музыка для масс», многие люди приняли это за чистую монету и подумали, что мы пытаемся создать действительно коммерческий альбом, который внезапно сделает нас, огромное количество людей, в одночасье по всему миру, чего на самом деле не было. Я думаю, что на самом деле мы действительно изо всех сил старались добиться того, чтобы с этого альбома вышло три хитовых сингла. У них все получилось достаточно хорошо, но, по-моему, в любом случае они не были тем, что можно было бы назвать традиционно коммерческими. Это как будто должно было прозвучать слегка иронично, когда люди просто неправильно это восприняли. Вот так оно и есть. Скажем так, на этом альбоме гораздо больше гитар. В этом и заключается одно из прогрессий. А что же еще? В чем же для тебя главное отличие? Речь идет не о написании текста, а о фактическом результате от этого альбома к музыке масс и предыдущим альбомам. Я думаю, что в то время мы работали совсем по-другому. На протяжении предыдущих трех или четырех альбомов мы совершенствовали формулу, которая состояла в том, что я записывал демо-версии песен дома, часто до вполне готового состояния, прежде чем они были представлены остальным членам группы, а затем определял направление работы группы. Песни как бы закрепились в сознании каждого, а потом мы просто как бы наконец оточили их в нужном направлении, чтобы все работало действительно хорошо. В то время как на этот раз я постарался сделать демо-версии как можно более открытыми, так что это было скорее групповое сотрудничество. Все было намного более открыто, когда я представил их остальным членам группы, и тогда любой мог предложить: давай попробуем сделать это в этом стиле, давай попробуем ускорить. Добавляю барабаны, быструю басовую партию. Ты мог бы попробовать все что угодно с каждой из песен, которая для нас очень отличается друг от друга. А что касается лирической стороны альбома, то в чем же заключались изменения в источнике вдохновения? Я не думаю, что здесь обязательно должны быть такие уж большие перемены. Я думаю, что есть определенные вещи, которые меня интересуют, и определенные вещи, которые вдохновляют меня на то, чтобы писать. И я думаю, что не вижу, как это изменится. Я имею в виду, что это может показаться очень узколобым, но только так. Есть определенные вещи, которые действительно интересуют меня и о которых я хочу написать. Испытывай к нему эмоции. Писать о чем-то другом мне всегда кажется фальшивым. Я имею в виду, что в этом сингле речь идет о лжи и правде. Я думаю, что это очень интересная вещь. В нем участвует не так уж много людей. Я думаю, что это очень по-британски. Так это правда или нет? Но что именно очень по-британски? Все это относится к тому, чтобы говорить и не говорить, лгать и не лгать и все такое прочее. Это ведь не по-британски, не так ли? Ты согласен со мной? Во всем мире так не бывает только потому, что ты француз. Неужели ты француз? Ты француз? Да, ты француз. Но так ли это на самом деле? Почему ты так поступил? Это ты солгал во Франции? Почему ты решил написать в основном о лжи? Я просто хочу сказать. Я думаю, что бывают определенные ситуации, когда политика правдивости не обязательно является наилучшей. Когда ложь, ложь и еще раз ложь срабатывают гораздо лучше. Может быть, я и циник, но я думаю, что определенно существуют определенные ситуации, в которых это применимо. И все же на этапе написания книги это все равно похоже на рассказывание истории, но не всей ее полноты. Неужели именно так работает процесс написания текста? Мне всегда нравится делать вещи двусмысленными, потому что я думаю, что если ты слишком заостряешь внимание на вещах, если ты делаешь вещи слишком очевидными, то они применимы к одной ситуации, и люди не могут перенести это куда-то еще, не могут, если кто-то не вовлечен в эту ситуацию, они ничего не чувствуют к песне. В то время как если оставить это более двусмысленным, люди могут оказаться в самых разных ситуациях и быть тронутыми песней. А ты все еще пользуешься ею.
Я думаю, что ты достиг своего рода совершенства в использовании сочетания технологий шумов, всех барабанов, всей последовательности и прочего. В то время, когда, как и большинство людей, которые начинали с тобой, остановились, как и все Heaven 17 с этого мира. И все эти группы, вроде как они потеряли свою выносливость по разным причинам. И даже несмотря на то, что людям нравится заниматься рукоделием и все такое прочее, на самом деле они больше не занимаются продюсированием музыки. Да, они просто берут и берут. Ну что же, они это делают, но просто не торопятся с этим. Но я думаю, что мы по-прежнему придаем наибольшее значение песне и мелодии. Но с другой стороны, мы просто стараемся применять интересные современные методы для объединения музыки воедино, мы стараемся смотреть вперед. Изучать новые технологии и новые техники — это интересно. Это также дает тебе больше разнообразия звучания, так зачем же ограничивать себя чем-то вроде гитары, баса и барабанов? В этом нет ничего плохого для тех, кто хочет это сделать, но мы гораздо больше заинтересованы в изучении всевозможных различных звуков, и поэтому техника сэмплирования идеальна за это, потому что ты ограничен только своим воображением. Не мог бы ты дать какое-нибудь определение, потому что многие люди за пределами тебя называют этот звук «е», что является немного общим термином, но не мог бы ты дать этому определение? А теперь особенно чернокожие художники называют это Эцел. Я думаю, что на самом деле это происходит просто из-за его корней. Из-за связи с ремесленной работой и из-за того, что первые пионеры электроники, как правило, были выходцами в основном из Средней Европы. Я думаю, именно поэтому он и получил этот термин. А теперь скажи, как ты думаешь, почему люди, все эти домашние обитатели, находили это таким обалденным? Мы были очень удивлены, нас несколько раз проверяли по именам эти так называемые домашние обитатели вроде как из Средней Америки, Нью-Йорка, Чикаго, Детройта и всех этих мест. И мы очень удивлены этим, потому что мы всегда считали себя не особенно сильными в создании танцевальной музыки. Мы думали, что наши песни были нашей сильной стороной. И иногда мы как бы попадали в точку, если пытались записать танцевальную запись. Но на самом деле мы действительно чувствовали, что часто ошибались, и что некоторые из наших треков были не особенно заводными. Как я уже сказал, мы были очень удивлены, когда эти люди пришли и сказали: «О да, они действительно оказали на нас влияние». В течение долгого времени я думал, что это было очень европейское звучание, и я думаю, что именно по этой причине оно привлекательно в Америке. На самом деле не так уж много людей создавали подобную музыку, в основном это была соул и стандартная рок-музыка. Так что все, что отличалось от других, я думаю, им просто нравилось. Я думаю, что то, как мы и многие другие европейские группы подходили к созданию музыки с помощью секвенций и электронных инструментов, было просто другим. Им понравился наш подход, и они приняли его на вооружение. Да, я смотрел ленту новостей из Америки, с западного побережья, когда ты раздавал автографы в магазине. Я просто слушал, как ведущие рассказывают о какой-то группе. Они используют совершенно невероятные термины, такие как постмодерн. Это англоязычные термины. Это тоска. Дело в том, что у группы до сих пор сложилось такое представление о любви к Америке. И еще они говорят такие вещи, как новая группа вроде тебя, вышедшая в прошлом году. Да, ну что же, в Америке есть целая коллекция групп, которые называются новыми группами, такими как New Order, Pet Shop Boys, The Cure, Suzy и группа Cheese Ourselves. И все в таком роде. Смит Джессус и Мэри Чей, все эти люди новички в группах. Я думаю, что они определенно новички в плане получения поддержки на радио в Америке, и мы только совсем недавно, за последние 6 месяцев, действительно начали получать достойное освещение на радио ТОП-40, и даже сейчас у нас все еще есть. Мы все еще испытываем трудности, мы приближаемся к цели, но мы изо всех сил стараемся добиться такого освещения событий. Мы всегда были такими же, как ты. Это то, что можно было бы назвать альтернативной группой в Америке, и мы добились этого также благодаря тому, что за эти годы отыграли множество живых концертов. Но в основном именно это альтернативное радио привело нас туда, где мы находимся в Америке, особенно на западном побережье и восточном побережье, к Нью-Йорке. Йорк. А радиостанции в Штатах особенно готовы воспроизводить песни, когда они не совсем уверены в лирическом содержании. Даже если это явно не то, что ты можешь вырезать или с чем ты можешь смириться. Но, как ты уже сказала, она всегда сидит на этом заборе. Американское радио готово пойти на это.
Ну что же, я думаю, что мы были очень удивлены приемом личного Иисуса. И лично я подумал, что у нее не было ни единого шанса в Америке, потому что, да, я знал, что это будет играют в определенных местах. Возможно, в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Но я подумал, что когда она начнет продвигаться все дальше на юг, я просто подумаю, что в нее вообще не будут играть. Но мы были очень удивлены такой реакцией. Она не получила широкой поддержки по радио, но получила достаточно, чтобы войти в топ-40, а в итоге попала в топ-30, что на самом деле является приятным сюрпризом. Да. Я думаю, что все дело опять же в двусмысленности песни, во многом из-за американцы восприняли ее как прохристианский гимн или что-то в этом роде. Вот почему они как бы вцепились в нее и так часто исполняли. Поскольку песня получилась двусмысленной, они решили отнестись к ней именно так. Да, именно так. Кое-что из этого и переводится в название. А как он тебя называет? Быстро одеваешься. Один из тех ведущих, которых я обычно переводил, я бы сделал быструю моду или что-то в этом роде. Я чувствую, что это довольно забавно. Есть еще кое-что, о чем ты говорил. Я не знаю, ты ли это сказал, об Англии и о том, как публика и пресса воспринимали тебя до сих пор, во всяком случае в Англии. Чего тебе не хватало в художественном плане, неправильно понятого у себя дома? Я думаю, что в этом, наверное, есть какая-то доля правды. Я не думаю, что нас особенно неправильно понимали, просто иногда нас просто игнорировали. На самом деле я нисколько не волнуюсь. И я думаю, что на данный момент у нас в Англии все складывается очень хорошо, и мы очень довольны сложившейся ситуацией. И на протяжении многих лет, в то время, когда, возможно, у нас не было такого большого успеха в Англии, у нас очень хорошо шли дела в Европе, кроме того, мы много путешествовали по всему миру и были вполне довольны тем, как идут дела в целом на мировом уровне, если хотите. Да, я имею в виду, что думаю, что это нечто большее. Мне очень жаль. Я думаю, что было время, когда нас действительно не воспринимали всерьез или что-то в этом роде. Но я думаю, что за последние несколько лет у нас все шло довольно хорошо. Но я думаю, что в каждом последующем интервью нам задают вопрос, почему вы не воспринимаете это всерьез и не принимаете во внимание в своей собственной стране. И я думаю, что это только усугубляет проблему. Потому что если это происходит в каждом интервью, и каждый раз, когда люди читают интервью о вас, мы говорим о том, что мы не имеем отношения к их собственной стране. Они просто вносят свой вклад в решение этой проблемы. Теперь я думаю, что определенно существует разрыв между восприятием прессы, общественным имиджем, и фактическими, как ты сказал, фактическими объемами продаж, которые есть на самом деле. Представьте себе, что люди делают, что они покупают, что им нравится. И как ты уже сказал, ты добиваешься более чем чрезмерного успеха во всем мире. Но вот каково же твое восприятие. Я тоже читал подобную статью во Франции, когда был там в прошлом месяце. И тон у нее был примерно такой же. Это звучит примерно так. О, Вэлл, невероятный альбом. И мне очень нравится, что они изменились. И я думаю, что это похоже на то, что музыка только что стала прогрессивной. Ты и раньше продавал пластинки, но такое ощущение, что восприятие людей как-то изменилось. И я думаю, что теперь люди начали это делать. Ну что же, я думаю, что в Англии, даже если мы получим хороший отзыв, нам его дадут как бы неохотно. Как сказал один из них в конце, эта пластинка не подожжет весь мир, но заслуживает того, чтобы ее немного подпалить. Они никогда не скажут, что это отличный альбом. Они должны сказать что-то вроде «он довольно хорош, все в порядке». Я не думаю, что в Англии ты никогда не получишь блестящего отзыва. А есть ли у тебя хоть какой-нибудь такой отзыв? Конечно, конечно.